Ένα, δύο, τρία. Γιατί έτσι, για. Με το. Γιώργη, σαμπάν. Σαμπάνιε, σαμπάνιε. Σαμπάνιε. Μπομπές καί χειροτέρα. Οπα, смотри, что-то интересное. Опять с бородой, да? Ну а как же без бороды, ты что? Опа. Ой, жесть какая-то. Хрена у нее туннели здоровые. О. Это нетипично девушка из Греции, кстати, видел, да? Mm-hmm. Такая, больше такая... Не похожа. Хрена у него голос крутой. Белый флаг, типа, сдается. Сейчас какой-то будет взрывной припев. Вот, это город такой? Там город, ты видал, там город был. Игорь, насколько... Трек бомба, что аж вылетели из стекла в машине. Хрена, блин, вот эта песня. Ну он так ничего тоже. Нормально. Не так много, кстати, где такого было. Симпатично. Кто-то утонул. Не, хороший клип, кстати. Вообще. Обычный офигенный клип. Очень хорошо снят. Вот режиссера прям отдельный палец вверх. Да. Это вот послание режиссеру. Режиссеру лайк. Телефон там что-то звенит. На какой-то свалке. Там вроде нормальные машины такие еще. Ой, нифига себе. Я что-то вообще ничего не понимаю. Я тоже не понимаю, но это что-то серьезное. За какой-то тёлкой он идет. Ого! Вообще. Нифига! Это когда бит бомба, типа, знаешь. Типа. Хрена крушат машину. Тачка подозревается. Стопула. Какая симпатичная, а? Херопера. Ну сильный трек, очень сильный трек. Клёво. Вообще. Ну а попробуй сейчас в гугле, кстати, написать о чём. Просто что-то пошло. Бориска Херотера. Ой, ё-моё. А что было-то? Это он типа перенапряжение, в смысле у него типа кровь пошла. Погоди, тетка горит. Вопрос пара на. А, воел. Блин. Епехта метапофиаки. А, это типа это? Слова что ли, из песни или что? Наверное. Кайта катафера. Вот это я, кстати, прочитал легко. А три. О, вот это directed by, это я знаю. Это ты знаешь, как читать. Блин, вообще охрененный видос и охрененная песня. Просто вот, вот огромный палец вверх режиссер вообще. Ну и самому исполнителю. Им Риос. Блин, ну не могу я! Бля, братан, ты крутой вообще. Крутой трек. Да. Видос вообще шикарный просто. Там всякие пейзажи, да, охрененные. Сцены вообще, яркие кадры. Все вообще круто снято. Только единственное, что я вообще не понимаю смысла в этом видео. Вообще ничего не понял. Георгий Сабанис. Это, знаешь, типа, не столь... Это не про любовь. Это, короче, про какие-то сложности в жизни там, типа... Ну, наверное, да. Мне вообще показалось там про суицидников каких-то. Там один что-то утопиться хотел, вторая там что-то спрыгнуть. По-моему, откуда-то. В пластиковом пакете еще это было. Ну, я думаю, что, знаешь, здесь посыл был, типа, что... даже вот у нее было, короче, типа, пакет, она там это, но, типа, что-то вот заставляло ее... Или кто-то помогал ей снять этот пакет и дальше жить, то есть... Интересно снято, очень хорошая работа, одна из лучших работ вообще,
который мы видели здесь. И одна из лучших, один из лучших клипов тоже, который мы смотрели. Да, до этого был клип, который там, где чувак с самолета прыгал. Да, я... вообще круто. Да, это тоже. И вот этот еще тоже крутой самый. Это просто самые два топовых вообще клипа. Клип крутой, режиссер крутой, исполнитель крутой, песня крутая, все. Все круто. Ставьте лайк режиссеру. И нам. И нам, самое главное. Подписывайтесь на наш инстаграмчик, там все будет в описании ссылочки. Подписывайтесь на наш channel, И еще у нас есть вот сайт russiansreact.com. Greece Russia, там вот что пару-тройку видов цветов есть. Заходите, посмотрите, все там есть. Салют.